Мы выиграли в очень сложном матче, добились хорошей, уверенной победы, заслуженной. Вот. Если разделить игру на первый и второй тайм, первый, понятно, что и по счету, и по игре мы выглядели хорошо. Вот. Во втором тайме, в принципе, там и забитый гол был, там был уже более чем комфортный счет для нас, но потом допустили две ошибки у своих ворот. Подарили возможность, скажем, надежду сопернику для того, чтобы там уйти от поражения. Но как бы я-то был уверен в ребятах своих, только вот что мы не сомневался, что мы доведем дело до победы. Но те, кто выходит на замену, я хочу прежде всего к ним обратиться. Наверняка будут смотреть это интервью, что выходить на замену так не надо. Некоторых, не всех касается. Но я думаю, что они знают, кому это будет адресоваться. Поэтому вот здесь я, к сожалению, вынужден раскритиковать их, потому что проигранное единоборство не было абсолютно картины. То есть мы свежее смотрелись даже с теми, кто уже отыграл по 60 минут. Люди как бы наелись, да, потратили много сил. Выходит свежий игрок, он должен освежать игру, а как мы видели, этого не происходило. Поэтому здесь вот в этом плане у нас серьезный разговор с ребятами состоялся. Александр Юрьевич, надеюсь, я не попаду сейчас в метку. К слову о заменах. Сегодня во второй половине тайма вместо Магомеда Гусейнова вы выпустили Макеева Арсения. Как можете оценить его вот эти вот 15 минут во второй половине тайма? Ну, я бы не стал бы сейчас что-то оценивать. Это первый выход его на замену. Только мы знаем, в каких условиях он находился в последней неделе. Он не совсем еще готов функционально, поэтому тут что-то требовать сверхъестественного мы от него не могли. Но вы, наверное, знаете, что у нас проблемы с центральными нападающими, у нас их абсолютно нет. Ну и выпустили единственного нападающего по позиции, который у нас есть, вместо Гусейнова позиции центрального нападающего. Это был Арсений. Поэтому я уверен, что он еще добавит, но ему надо очень много сильно трудиться для того, чтобы выходить на другой уровень. Ну и тем не менее, у него даже в этой игре был там такой достаточно острый эпизод. Вот. В принципе, неплохо, неплохо. Но мы понимаем, над чем надо работать, как его направлять. Поэтому там, еще раз говорю, работы тоже очень много в этом плане.